необычайной щедростью отозвалась этим летом Нива на труд и заботы хлебороба. Озимая пшеница на полях колхоза «Знамя Победы» в Саратовской области. На отдельных участках урожай достигает 50-60 центнеров с гектара. Комбайн не справляется, такой волок. Хозяйство наметило выполнить 2 годовых плана по продаже зерна. Высокие обязательства коллектива подкрепляются отличным трудом механизаторов. 3 из семьи Луневых, отец и 2 сына. Их семейное обязательство – убрать хлеб с площади 1200 гектаров, намолотить 30 тысяч центнеров зерна.